Всем привет! Робот, в точности повторяющий человеческие движения. Разработка, выявляющая болезни на ранних стадиях. И принципиально новые методы борьбы со старением. Подробности далее. Итак, в мире. Повторение человеческих движений роботом является одним из вызовов для инженеров и ученых по всему миру. Исследовательская группа Disney Research Hub создала робота с удаленным управлением. Точности и плавности его движений достаточно, чтобы продеть нитку в иголку. Помимо всего прочего, у робота имеется подвижная камера. Повороты головы человека синхронизированы с вращением камеры на шарнирах. Такие роботы могут помочь в проведении удаленных работ в сфере медицины и строительства. А в России физики Пермского государственного национального исследовательского университета и их коллеги из научно-практического республиканского центра кардиологии Республики Беларусь разработали систему индивидуального контроля за сердечной и дыхательной системами человека. С помощью разработки любой человек, не обладающий медицинским образованием, сможет самостоятельно наблюдать за своим здоровьем. А программное обеспечение позволяет выявлять и предотвращать болезни на ранней стадии. И в заключение, в Татарстане сотрудниками Казанского федерального университета разрабатываются принципиально новые методы поиска генов-регуляторов длины теломер. Главных персонажей в одной из теорий старения, известной под названием молекулярных часов. На данном этапе исследователи проекта определили гены-регуляторы длины теломер в растениях и сейчас занимаются изучением механизма работы этих генов. После нахождения сходных генов у человека планируется определить корреляцию между отдельными генетическими мутациями и предрасположенностью к преждевременному старению или к болезням, ассоциированным с ним. А на этом все.